Доброе утро, Кыргызстан. Мы встали все-таки на рассвет. Сейчас время 5 часов 16 минут. Блин, так было сложно спать, на самом деле. Так сладко спалось. Одеяло такие прямо толстые, теплые. Вау, классика. Но рассвет того стоит. Из нашей группы только мы вдвоем со Светой стали. Тишина, где-то птички щебечут. Ой, и комарик летает. Одинокий комарик летит. Так, Ирина с нами тоже проснулась, пойдет. Может, сейчас еще кто-то подгребет. Пойдемте на пляж. Итак, 5:23. В 5:25 должно встать солнышко. Осталось 2 минуты. Мы идем на пляж. Ой, Галя и Ирина с нами идут. Как она в ту сторону? А, да, Люда вон она тоже ходит. Если это Люда. Ну, в общем, пойдем скорее, сейчас солнце встанет уже. Если. Будет. Все, ребят, встало солнышко. Мы его встретили. Да. Как водичка светит. Рассветная. Ну что, купаться? We'll be right back.
Пацаны, такой уже день идет. Что-то можно снимать. Они только тут привыкли. Вот и завтрак подоспел. Приятного аппетита. Спасибо большое. Кашка овсяновая, яичница из яичек и чаечек. Ой, какая вкуснятина. Привет, ребят. Как вы думаете, что это у нас тут? А это у нас сапчик. Мы будем сейчас поесть цикулю на сапчике. Да. Сапчик everyday. Сапчик никуда не денется. Отплываем. Ну, поплыли. Жалко, только солнышка нету. Так, конечно, все супер. Так, у нас 9 часов уже. Мы где-то в 11 должны уже из этого лагеря отчалить. Так что у меня есть немножко времени поплавать, ребятки. Посмотреть, протестировать иссыкуль на сапчике. Из открытого океана воды Иссыкуль подо мной 700 метров глубины. Ребята, мы плывем. Если что, то я здесь. На самом деле вообще прикольно. Волнение сейчас с утра минимальное. Водичка, конечно, холодная. Купаться не очень хочется. Но в сапчике поплавать в кайф. Ветерок дует такой прохладненький. Солнышко сегодня утром решило спрятаться, поэтому как-то так.
Света, как водичка? Великолепно. А то, что идет дождик небольшой? Ну, здесь вода, там вода. Вода, кругом одна вода. Вкусная водичка. Вкусная? Ты пьешь ее? Понятно. Напилась, пришлось, да? Ран танко танко, виски фанера, эскапанто, киста ханта, киста поло, кисте фамонделла. Госты мы хомы, нам хомы не, а косты мы шемы, не шехомы. Меня кято мы госты, мы из танки нафта. Меня косты масло, мы идем си нафта. Меня касты мы идем, мы кету мы идем, мы текты мы соты, мы сижны мы. Меня косты мы идем, мы лески сайты, мы косты косты, мы кисты мы идем. Да, вот он наш лагерь. Через часик-полтора мы отсюда отчалим. Нас ждет дорога. Какое-то высокогорное озеро, на какое-то высокогорное озеро. Там будет и высота побольше. И типа еще красивее. Посмотрим, посмотрим. Приключения нас ждут. Показательное выступление. Yeah.
Почти. Почти. Ну, молодец, молодец. Ну что же, все, в путь отправляемся мы. Дальше. Едем дальше. Все сегодня разъезжаются. Это ребята из Кореи. Заберись. Ребята из Москвы уезжают куда-то. Да, куда это мы едем? И Боже я мой. С ними. Опа. Казан, чай казанасы. Сейчас быстренько пообедаем и продолжим наш путь. Тут уже кому-то зарезервировано, да, видимо, что-то, ну, да, под какое-то торжество. Ну, сейчас и мы себе зарезервируем. Человек узнал, что мы из России, и очень обрадовался. И нам начал показывать всякие ролики, где мы должны побывать. В Кыргызстане. Здесь сегодня суббота, и пришла целых, даже несколько футбольных команд, короче. Местные. Они, видимо, местные, да, где-то играют. И пришли покушать. И мы тут. Горячая. Мы ждем, пока нам принесут. Ждать придется подольше. Потому что сначала ребята обслуживают. Что это, как это называется? Балакшурпак какой-то. Нет? Нет. Нет. Thank you.